сегодня нас с вами ждет классическая, всеми нами любимая русская такая загонная охота на лося. И мы с вами едем в угодье Ярославской области, которые исконно славились всегда наличием копытных, в данном случае лося. Путь наш с вами лежит через красивейшие маленькие уездные города и городочки, через Волгу. Погода нас просто сегодня радует всем, чем только можно. Ну, сами видите, ливень идет. Вот. Конец декабря, у нас зима здесь. В общем, весело. Навстречу приключениям, вперед. Сейчас едем с вами на базу охотничью, а уже потом, завтра, мы выдвигаемся в угодье, откуда я буду вам все рассказывать, показывать. Вот, сейчас пока едем, любуемся красотами местными, вот такими городочками, которые проезжаем, и их прелестями. В каждом таком месте, друзья, я считаю, есть своя такая особая изюминка, присущая именно вот русской какой-то культуре, русскому быту, вот эта самобытность небольших уездных городов. Я думаю, почувствовать вот эту вот всю прелесть таких мест может лишь только городской, наверное, житель, который выбирается не так часто куда-то в русскую глубинку и видит все эти красоты. Здесь путь проходит через реку Волга, через город Углич, где стоит вот такая вот сталинская, еще сталинская постройка, это дамба. Но это монументальная постройка, друзья. Здесь просто, я не знаю, у меня, честно говоря, дух захватывает вот от таких мест. Здесь проход как раз идет судов. Что ж, друзья, потихоньку продвигаемся. Завтра, сегодня мы отдыхаем, а завтра уже непосредственно в путь. Буду вам все снимать, показывать, как обычно. И ни рогов нам, ни копыт. До встречи в угодьях. Еще три. Еще три разрешения. Патроны загонщик мотать. Пускай это что. Ну собрасят они. Ай? Не надо. Да. Еще три билета. Документы другой. Да, давай. Так, билеты разрешения, да? Да. Зеленый. Так, обязательно расписываемся, да, за технику безопасности. Технику безопасности. Сейчас инструктаж будет у нас. Да. Отлично. Так, давай. Где тут? Есть. Следующий. Так, сидушечка. Вот такая машина. Это ЗИЛ, да, наверное? Да, колеса. Болотные прямо. Здоровые. Одиночка. 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 Ну, самец, одиночка. Бык лежит. Ты снял его? Одиночка. Ну, следи вот этой собачьи, 100%. Вот эти маленькие? Да. Лиса, может быть. Лиса.
Не, у Лисы короче. Короче, да. У Лисы короче. Вот. Не, это какая-нибудь янтовидная собака какая-нибудь. Конец, как колес попал. Зайчик. Зайчик. Туда пошли? Лёшка. Свежая. Свежая Лёшка. Сейчас пока ехали, вот в Кунге здесь, в кузове, два лося прошло. Вот так. И тут Лёшки сейчас, следы. То есть вот переходы, да? Да. Но это корова была, скорее всего, стелёнка. Вот. На инструктаже сказали корову с теленком с одним стрелять можно, а с двумя нельзя. Я, честно говоря, бы и с одним не стрелял. Теленка жалко. Сейчас уже лося видели, уже почти. Сейчас уже довольно-таки рассвело, приехали на пятачок, приехали коллективом, ребята проверенные, нас 12 человек. Погода, друзья, прямо-таки, скажем, сегодня не шепчет абсолютно. Где-то сейчас плюс 1, плюс 2 градуса, такой шел противный мелкий дождичек, накрапывал. Сейчас вроде бы стихло, ну и порывы, иногда ветер там метров 10 в секунду, не меньше. Поэтому одели. Ура! Егеря поехали след смотреть, эти самые заходные следы искать, вот, чтобы уже нас посадить и дальше по номерам будем расставляться. Вот, друзья, ездим мы на таком аппарате, Зилок, старенький, но прет, прям болотный у него. Шины. А он, этот сам говорит, движок стоит. Ярославский. Ярославец, да? Да. Ну он такой, он прет, да, Иваныч? Да, дизельный. Дизелек, ага. Интересно, ну соляр-то он жрет прилично, мне кажется. Я думаю, да, немало. Здорово. Сапоги импортные, нет? Не, наши. Наши? Да. Не важно? Не жалко. Где зверь есть, отработано. Так везде. Леш, зверь здесь везде, я так вот понимаю. Это, да. Лось здесь везде. Мне Тодорович так и говорил, блин, тут вообще. Тут с ним нормально, да. Ну что, дорогие друзья, едем на номер. Рассвело, все отлично, на загон. Посмотрим, как будет. Вроде бы погода даже немножко наладилась. Сейчас такого уже дождика нету. Хотя прошел такой снег с дождем противный. И вроде ветер немножко подстих. Вот все в кузове, как селедки в бочке едем.
болотоход валит небольшие деревца прямо. Ой, ох ты! Ой, подожди, это Тетерев, Тетерев. Еще один летит справа. Ну почти на лоб прямо. О, вот, о, второй! Вот он, вот он. Сикачок. А я не взял с собой. А, не ноги, издеваются, два, да? На папочке. Да. Ага, курочки. Смотри, вон опять. Да, так они низко, опять. Низко идет, и все остальное чипуда вверху идет, а это низко идет. Может прилетит и пиццерит. А вон еще чего вот нашел. Во-во-во-во-во, да. Вот они вот так летают. Серая, белая куропатка. Это серая куропатка. Серая куропатка. Я смотрю, он видит, идет. Чипуда идет такая. Здесь хороший обзор. Ну да, что, парень, скажи, за экскурсию нормально. Я говорю, вот он вышел за березками, и что? Осталось кабана увидеть. 8 метров на 150 нормально будет. Главное, чтобы медведь не увидеть, как этот товарищ сказал. Траншея прям. Переднее колесо сидит прям хорошо. Офигеть. Вон, видишь, копает как. На нем траншея тут копать. Да, я и говорю. Траншея. Да, 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 да. Вон, раскопали как. Обалдеть. Но он выехал, он выехал. Да, перейдемте. Мало мы. Глаза, уши. Уши, уши, уши. Хорошо. О, фу. Успел поймать. Шапки все, у всех на месте. Вообще нормально. Он. Нарезки пусты, я вот, например, я не буду стрелять. Вот так вот. Поляшка попала. Еще одна. Уже достаточно расцвело. Сейчас, наверное, я часы не брал, но часов 10, наверное, есть. Лось был, да, два таких рогача хороших. Ну, видать, туда ушли. Ну, ладно, ждем. Сейчас, друзья, вот с той стороны, с номера выстрелы. Два выстрела сразу, и третий, видимо, он его добил. Вот так буквально я, ну, и 10, да, минут не прошло, как встали на номер. Лося здесь очень много, тут как в заповеднике, правда. Все, видимо, все.
Отбой вроде пока не кричат. Еще один выстрел. Еще один выстрел. Видимо, решили. Ну, может, это и правильно. Уж лучше сразу, чем потом, не дай бог, подранок набирать. Отбой! Еще лось идет, по-моему. Два. Нет, даже сколько, да, два. По-моему, два или даже три. Корова. Корова с теленком, видать. Корова с теленком пробежала. Прямо буквально тут метров 20. Вот так прошла. Но после команды отбоя уже охота закончилась, стрелять нельзя. Если только начинаете охотиться, вот обязательно учтите этот момент. Конечно, азарт, адреналин. Ну как так? Вот я их увидел. Ну вот. Лучше этому не поддаваться никогда, вот первоначальным своим инстинктам, а все-таки понимать, что ты в коллективе, что есть определенные правила, условия охоты, есть лицензия, которую нужно закрыть. Ну, мужики закрыли лицензию. Сейчас ждем, пока нас снимут с номера. Можно сразу, в принципе, самостоятельно разряжаться на номере. Сейчас я еще, кстати, рацию включу. Интересно, что там говорят. Сейчас послушаем. У меня связь есть. Саш, ну вещай. Ну, вроде взяли, но команды, я не знаю, спросите, если кто с номеров не сходить, пока не снял этот самый. Команда отбой была, но с номеров никто не снимал. Корова с теленком в 30 метрах от меня прошла. Я стрелять не стал. После команды отбой она прошла. Дверь взят, дверь забыт. Все, все, 0-0. Отлично. Это самое. Ну, ладно, сейчас там переговоры эти. В общем, друзья, да, вот такой момент. Сейчас я выяснил, зверь добыт, все отлично. Охота состоялась. Ну, получилось. Действительно, такая короткая охота, короткая поездка, можно сказать, охота одного дня даже, потому что в этих угодьях наличие лося меня просто поразило. Здесь просто стада. Мы, ну я не знаю, за все время, наверное, лёжек 20 видели. След он просто везде. Вот. Ребята, я надеюсь, тоже там на номерах видели. Я что хотел сказать, без команды руководителя охоты никогда самостоятельно разрядиться можете после команды отбой, но с номеров никогда не сходите. Просто запомните это. Не забрали тебя, не сказали, там не подошел он, пока он не подойдет, или там уже машина не подъедет за вами. Вот. Остаемся сидеть, дышим свежим воздухом, отдыхаем, наслаждаемся природой, созерцаем красоту. Но ни в коем случае с номера сами не снимаемся. Ну что, друзья, идем с вами смотреть добытый трофей нашего лося. Так, вот тут кровь. Ага, ну видать, он здесь и дальше чуть-чуть прошел, встал. Да. Попало хорошо. О, с рогами ж, да? Три отростка? Четыре. Четыре отростка, ну ничего. Давай хоть сфоткаемся. Давай сфоткаемся. Да, давайте коллективно, наверное. Пропускай тогда. Переверни его. Ох, через ветки, правда, там даже ветку срубил одну ее. Он, кстати, веточку можно пойти посмотреть. Веточку срубил пулей даже там. Да, есть, пойдем, покажешь. Да, друзья, я вот забыл представить. Это Петр, наш коллектив, Маир. Вот, пожалуйста, сегодня виновник, так сказать, нашего торжества, нашего трофея с полем, Петь. Спасибо. Давай, пойдем смотреть.
Вот они сюда вышли вдвоем. Вот здесь они встали. Смотри, навалил. Здесь они встали. Вот здесь я его, он когда стал разворачиваться от меня уже жопой, как бы, я его подбил как раз. Он здесь прям лег. Да, да, ты уже взял. Вот. И это самое, потом встал и попытался как бы уйти туда еще. Ну да, а дальше он туда. Лег там в кустах потом, и я уже подошел на дорожку и... Уже контрольно. Двумя контрольными, да, в шею его добил. Угу, угу. Это тоже я? Да. А, вот это вот я второй как раз попал пулей. Первый я его скосил. А, вот здесь еще чиркнул. А второй я попал туда в дерево, да. Пуля прошла... Насквозь. Насквозь? Да. И еще и лося пробила. Не, это вторая у меня ушла, она... Вот как раз я не попал второй, я попал первый. Ты вот. Пойдем, пока он лег. Стоял. А второй уже как бы не попал. А, все, понятно. Вот здесь, да? Да, вот отсюда. Да, растоптал, молодец. Да, 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 да. Ну, все грамотно, чтобы не шуршать ничего. О, отсюда видно. Ну, и вот там вот, ну сколько, метров 30, наверное, да, 35? Да, да, ну, кстати, нормально так, нормально. Ну вот, как-то так. Ну, красавчик. Так, готовы? Сиськи! Чьи? Быка. Ну да, вроде как пленка. Как бы перемотай. Перемотай. Ты как всегда, Антон. Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончилась наша с вами загонная охота на лося. Добыт замечательный трофей. Но я бы не сказал, что он прямо такой крупный самец. Вот, четырехгодовалый, судя по отросткам рогов, с небольшими рожками. Ну, Петр, он, это первый его лось, он голову себе с рогами забрал, это память. Вот, будет ее, значит, куда-то повесить у себя там, будет вспоминать эту охоту. Я вам скажу честно, такого количества лося вот в угодьях я встречаю, честно говоря, первый раз. За все наше время вот этой поездки на этом ЗИЛе мы насчитали порядка 20 лосей, при этом которых видели. А я уж не говорю о количестве лежек и следа. Ну, как будто как заяц, знаете, гуляет вот здесь в угодьях. Это лишь делает честь охотхозяйству и людям, которые поддерживают здесь популяцию зверя, следят за численностью, за кормовой базой. Есть и волки, но я считаю так, что волк тоже должен быть, ведь он как бы изымает вообще слабую особь и тем самым как бы делает генетически более крепкую популяцию. Поэтому полностью его истреблять тоже нельзя. В общем, посмотрели, куропатки, тетерева летают. Ну, я говорю, еще раз скажу, как заповедники побывали на экскурсии. Вот. Ну, парни все у нас в коллективе довольны, счастливые, уезжают с мясом, с добычей. Как говорится, коллективная охота, она такая, поделили все поровну, честно. Вот. Все едем, как говорится, в освояси. Мне же остается от души вам пожелать большущей удачи на охоте, ну и в жизни тоже. Ни пуха вам, ни пера, друзья, ни рогов вам, ни копыт. Побольше вам таких удачных охот, вот, опыта также. Ну и, как говорится, всем пока. Увидимся. До новых встреч, друзья.